Прощение не работает. Вроде всех простила, но при каких-нибудь ситуациях снова все поднимается. Знаете, прощение – это не всегда работает как таблетка. В каждой ситуации это может быть целый процесс. Знаете, как лечение. Есть, где мы помазали, и все зажило, да, все заросло, затянулось. А есть, где нужно целый процесс. Да, как борьба с онкологией – это бывает долгий, длительный, многолетний процесс, и человек одерживает победу. Так и здесь. Прощение, все зависит от степени, от запущенности, да, от глубины раны. Но я верю, что если шаг за шагом, пункт за пунктом прорабатывать, мы получим исцеление, получим прощение, и вы.